Сегодня на стадии комикс Vision, том 1 чуть хуже человека и том 2 чуть лучше зверя. От автора серии Тома Кинга и художников Габриэля Хернандеза Вальта и Майкла Уолша. Мягкий переплет, глянцевая обложка и по 136 страниц в каждом томе. Это законченная история, и она насчитывает в себе 12 выпусков, которые разместились на страницах этих двух томов. С небольшими бонусами в виде дизайна персонажей и альтернативных обложек. Экземпляры комиксов для обзора предоставлены магазином Comics Street. Итак, Vision решил остепениться и осесть где-нибудь в небольшом городке с семьей себе подобных синтезоидов. Для этого он создает в лаборатории Альтрона жену Вирджинию и подростков-близнецов Вина и Вив. Зачем, спросите вы, а все очень просто. Vision всегда пытался доказать всем, что он достоин доверия, что он не просто продукт злого гения, другого искусственного интеллекта, а нечто большее. И для того, чтобы постичь человечность в полной мере, он решает создать себе семью. Комикс Vision начинается как комедия положений, вроде как в очередной раз беря на себя миссию показать во всей неприглядной красе современное общество, всячески избегающее любых контактов с теми, кто выглядит не так, как мы, и ведет себя неподобающим образом. Соседи знакомятся с Виженами, скрипя зубами, повинуясь каким-то забитым в голову канонам гостеприимства и терпимости, за которыми скрывается больше испуга, чем желание узнать собеседника получше. Вообще вся, в кавычках, нормальная жизнь Вижена очень натянута. Он выставляет свою нормальность на показ, не задумываясь о том, почему вообще люди так живут, и в итоге условности сводят его с ума. А дети вообще начинают страшно давать сбои после первой же пары взаимодействий со школьным социумом. Самый неоднозначный, можно сказать, трагический и оттого интересный герой комикса – Вирджиния, начинающая свой путь как всего лишь примерная стэнфордская жена, но постепенно раскрывающаяся как сложный и запутавшийся персонаж, принимающий вполне себе людские и оправданные решения, но находящий весьма сомнительные способы для их реализации. Комикс пропитан теплой семейной атмосферой, умеет быть трогательным, персонажи влюбляют в себя с первой же панели. Кинг умеет в нужные моменты нагнать драмы и мастерски выстраивает интригу. Вообще, из Вижена мог бы получиться хороший сериал на ТВ. Каждый выпуск вполне сошел бы за один эпизод, где есть завязка, драматическая кульминация и открытый финал с неожиданным финтом, заставляющим ждать продолжения. Рисунок в комиксе великолепен, мягкие линии и теплые цвета, а также замечательная работа с тенями прекрасно дополняют атмосферу истории. А шикарно нарисованные лица позволяют уловить мимику и чувства даже у синтезоидов, чья речь не богата эмоциями. Комикс о Вижне – это мрачный триллер, построенный на самом зловещем переосмысливании классических фантастических сюжетов о взаимодействии робота и человека. Вот такой Marvel мне действительно нравится, рекомендую всем без исключения. А приобрести эти два тома вы можете в магазине Comic Street, ссылка в описании. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео ВКонтакте, где, кстати, я выкладываю фото-превью новых комиксов. Информационный партнер Comixoid.